Хей-ю, с вами Зефир Крю, и сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас будет соревнование с девочками. Правила просты: разгадываешь загадки, выполняешь челленджи, а если проиграл, получаешь наказание. А победитель, то есть мы, мальчишки, получит по 5000 рублей. Ром, ты оговорился, по 5000 получим мы, девчата. А проигравшие, то есть вы, мальчики, будут доставать из секретных коробок неприятные наказания. В двух из трех коробок приятная вкусность, а в третьей какая-то гадость. Именно ее и придется съесть одному из участников проигравшей команды. Ой, хоть бы не острый перец чили. Нет, меня вот это вот, не оно. Хотя, знаете, с другой стороны, а мы все равно выиграем, да? Да, выиграем. Все, погнали. Не переживаем. Погнали! Вот! Так, парни, я предлагаю загадать девчонкам загадку из области, в которой они вообще ничего не понимают. Точно. Мне кажется, нужна загадка с подвохом, чтобы ввести наших девуль в заблуждение. Давайте что-нибудь про машины. Би-би, брум-брум. В прошлый раз, кроме Роди, только Ривили смогла завести авто. Кажется, придумал. Давайте загадаем такую. Какое колесо в автомобиле не крутится ни при повороте, ни налево, ни направо? А? Да, нормально? Погнали. Нормально. А какие колеса вообще не крутятся? Ни передние, ни задние, что? Мне кажется, мальчики придумают что-нибудь про спорт или про машины. Нам нужно придумать что-то с логической цепочкой, но чтобы они не смеялись над женской логикой. О, а как насчет такого? Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Ты их настолько недооцениваешь? Мне кажется, они попадутся на эту уловку. Ну что, красотули, выбирайте, челлендж или загадка? Начнем с загадки. Ну что, придумали? Давайте быстрее, а то нам решать еще куда по 5000 потратить. Ой, итак, не будем терять времени. Загадка. Какое колесо в автомобиле не крутится при повороте ни налево, ни направо? Ну тут явно загадка с подвохом, потому что ну не может же быть такого, чтобы одно из колес не крутилось. Да, для решения этой загадки даже автомобильных прав не надо. Так, у машины 4 колеса, и обязательно должно быть запасное в багажнике. Точно! Блин, да ё-моё! Оно и не крутится! Так вот какой ответ! Пришло время одному из вас отведать перчика. Итак, что же там? Выбирай! Давай, Саш! Ну смотри, вот эта коробка, она прямо на тебя смотрит. Посередине которая. Да не дрей, ты выбирай ту, которая на тебя смотрит. Ну, давай, открывай, что там. Там, наверное, что-то неприятное. Нет, стой, вы так хитро убрали вот этот и этот. Как будто вот специально мне этот. Саш! Посередине, видишь, коробка на тебя смотрит. Я думаю, три там варианта. Хорошо. Какой себе заберешь, какой нам отдашь? Перец! Ну что там еще? А вы еще специально мне тут кусочек другого, да, ставили? Аппетитно выглядит, да? Аппетитно? Вкусно? Очень. Давай. Кусай! Да блин! Ты лучше сразу молоко, съешь. Молоко сейчас приготовьте, молоко. Пожалуйста. Нет, нет, молоко. Кусай! Сразу, да. Молодец, красава, все. Ну и как? И все. Аня! Будет не А как ощущение? Саша, видно, что все прекрасно. Еще, давай еще. Саша, давай. Держи. Так это вкусно получается? Очень! Ты сиди за молоком, сбегай быстро, говорю. А у нас вроде нету молока. Я сказал, молоко, быстро иди. Блин, детский выбежал. Мне тебя очень жалко, но это очень смешно. Прости, да? Санечка. Я вас убью всех, аж говорить не могу, дайте молока мне. Ладно. Сейчас мы тоже выбираем загадку, и теперь уже вы отведаете чего-нибудь жгучего или противного. Да, сейчас мы вам точно отомстим, как говорится, за себя и за Сашку. Вот да. Ну, вы сами напросились. Загадка. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Это февраль, 100%, пацаны, в феврале 28 дней! А вот и нет, вообще-то... В каждом месяце в году 28 дней. Машина! Это была загадка с подвохом. Теперь нам будет... Суровое наказание. Да. Поспешили.
Итак, мальчики, выбирайте, кто из вас будет следующая жертва. Суефа! Блин! Ну не факт, может быть, мне еще и попадется что-нибудь вкусненькое. Меня отпустило сейчас. Давай посмотрим, мы сейчас на это посмотрим. Так, ну что ж. Может быть, как Саша? Слушай, нет, я знаю правила. Третий раз алмаз. Да какой, давай, середину, я говорю, какой середину возьми. Окей. Давай, открывай. Блин, горчица, это не самый лучший. Ну, выбор. Как говорится, за себя и за Сашку, давай. Да, это какое-то тотальное невезение. Я думал, это соус песто хотя бы. Ничего, тебе молока здесь придется. А песто это по твоему наказанию? Оно еще жидкое такое, да? Да, это горчица. Давай, ешь. Понеслась. А ты больше бери. Раз, два, три. Ну, что? Как еще? Боже, дай быстро молока на них большой. Нормально? Где молоко? Котельники хотели настоящих эмоций? Пожалуйста, получайте. Реально горчица. Ром, а я тебе ничего не отвечу себе я. Стой, на, быстро, давай, молоко. Молоко, да молоко пойди. Да вода не поможет. Ты дурак. Дай ему молока. Быстро молока. Побольше. У меня уже слезы текут. Пей. Молоко надо выдавать. Ребят, это просто ужасно. Что ты тебе зачем? У меня глаза красные. Саня. Так, ладно, парни, не переживаем. У нас есть еще несколько попыток. Поп-итки. Пацаны, вот нам что-то с Романом не так смешно. Вот-вот. Да. Мы не разгадали их загадку, еще и с нашей опостоволосились. А горчицу я еще целый год есть не буду с этими хот-догами. Ну, смотрите, челленджи наши они все равно не выполнят. Поэтому если выберут загадку, то я придумал. Смотрите. Кто ходит сидя? Кто ходит сидя? Это, наверное, жук какой-нибудь. Сам ты жук, это шахматист. Шахматист ходит фигурами сидя. Ясно все. И тебя вылечат. Пойдемте. Шахматы. Ну, девчата, на этот раз вы точно отведаете вкусняшек. Мы в предвкушении. Давайте, выбирайте, челлендж или загадку. Давайте загадку. Прекрасный выбор. Итак, кто ходит сидя? Ребят, да мы еще в шахматном клубе эту загадку загадывали. Да? Там еще блин, сложно. Откуда же я знаю, что мне это сказали? Пока! Вот он слой гарабли. Пока-пока! Я не специально. До свидания! И мы молодцы. Дай кулачок. Ребят, обязательно напишите в комментариях, какие клевые загадки знаете вы. Может быть, хоть это поможет нашим мальчикам в следующий раз проиграть не в сухую. Ну, а мы пойдем с Лизой смотреть, как они выполняют наказание. Ладно, настало время, и теперь мне отдуваться за всех. Ну, что, Дань, давай. Вести на третий раз. Ну, слушай, если наблюдать за тенденцией выбора коробок вами... Выбирай. Давай думать быстрее. Ну, давай вот. А дай первый выберу. Ну, давай вот эту. Это не пробовали, по-моему, еще. Давай, Дань. Ну. Давай. Ну. А, так. Так и что, фигня какая-то. Получается, я выиграл. Ю-ху! Не все так просто. Вот именно. Ассистент. А что может быть не так с сахарной пудрой? Наверное, пончик еще дадут. Ага. Роман, это твой. Ну что, готов, Дань? К чему? Давай. Вот, спасибо. Я вообще не понимаю. Сейчас ты будешь пить супер-коктейль. Да, это супер. Хватит, достаточно. Значит, давай еще это вторую. Не надо вторую, зачем? Готов, Дань? Да, ему не так, как ему понравится, нормально. Что в этом такого, я не понимаю. Это называется «Здравствуй, мама, диабет». Коктейль называется... То есть мое наказание – это диабет? Да. Твое наказание – это... Супер-пупер-коктейль, сахар. То есть у кого-то изжога, у кого-то гастрит, у меня диабет. Интересное задание придумали сегодня, девчонки. Вообще круто, здорово. Так, шипучкой, да? Ага. Шипучкой. Давай, до дна. Подожди, пусть мы хоть немного дружим. Давай, Дань. Мы не перестанем дружить с тобой. Горько, а не то. Это реально будет,
чуть-чуть горько, наверное. Давай, да. давай. Больше. Давай. Ну как тебе? Да. Ну, Даня, а вылезать, надо вылезать все. Надо, давай. Подожди. Давай, вылизывай, Даня, это же сладенько. Дань, как тебе? Да дай ему воды просто. Давай. Еще. Дань, тут же три пачки, давай все три. Пей. Вы вообще крещеные или нет, я не понимаю, что вы делаете? Давай, а ты в кураж вошла, я так понимаю, да? Просто попей. Да, попей нормально. Давай, закрывай. Да ну все, Лиза, ну подставься ты всеком. Давай, ладно, до дна это пивай. Расскажи ощущения хоть, Дань. Какие тебе ощущения рассказать? Ты когда-нибудь хурму ел? Нет. Ну ты да вот, ты не выпендривайся, пожалуйста. А я люблю хурму. Давай, Дань. Это, посмотрите, ему нравится. Я обалдею. Ну вот домой. Нет, ну пусть он просто запьет. Да, мальчики, так себе из вас загадчики. И отгадчики, кстати, тоже. Да мы просто поддавались. Просто решили уступить девчонкам. И я считаю, что в этом и есть наш кул. Вот именно. А вообще, знаете, мы джентльмены. Мы посмотрим, как вы будете вообще на этих челленджах, да, вот на челленджах. А поставьте лайк, если любите острое. Ага. Я уже острое не очень люблю. Да я бы и сам лайк поставил. Да только горчицу я, наверное, уже долго есть не буду. Ну что, девчонки, выбирайте, загадка или челлендж? Мы выбираем челлендж. Окей, всем! Пожалуйста, прошу. Ну давай, решим все как взрослые люди. Давай. Су-е-фа! Саш, мне жаль, но... Ладно, хорошо. Я готова, мальчики. Ну? Да. Да, я говорю этому да. Что... Отлично. Продолжаем. Нет. Эх, как жаль. Блин. Давай сюда. Ну это не, тебе. Ладно. И на, подержи, но не ешь. Наш последний лот. Так, ну, наверное... Ну, вкусняшка. Наверное, там все-то очень-очень вкусное. Ну да. Саш, ты кто-то... Поздравляю! Нет. Мальчики. Приятного аппетита. Может, мы лучше на свидание сходим, а вот не... Нет, так нет. Даня, давай я с тобой на свидание. Ну, какая гадость, господи. На. Мимо. Отстой. Давай. Брокколи. До дна. Саш. Ладно, за здоровый образ жизни. Ну, это же не так мерзко. Саш, давай сюда. А мы же с тобой друзья, Саш. Вот она. Женская солидарность. Побольше кусайте, побольше. Чего так мало? Ну, правда, вкусно. Да. Давайте. Ну, Лиз, ну что ты тоже? Заедай зефиром. Какой заедай зефиром? Полностью съешьте это, полностью. Можно в горчичку макнуть. Девчонки, да, мы выпили, блин, там по 3 стакана сахарной пудры, горчицу ели и еще закусывали. Я говорю, этому нет. Ага. И сейчас у нас конкурс «Угадай мелодию». Задача мальчиков будет угадать песню, не слыша ее, потому что они находятся в наушниках. Ну, а если Родион угадает все три песни, что вряд ли, нам придется есть очень странные конфеты с гадкими вкусами. Гарри Поттер смотрели, вот оттуда. Не придется, не угадает он ничего. Ребята, чтобы вы понимали, я вообще в этих наушниках не слышу ничего, как будто я абстрагируюсь от этого мира. Вот это да, все. Готов, первая песня, давай. Ага, давай. Я единорог. А, Даня Милохин, единорог. Чё так быстро? Вторая песня. Готов? Так, давай дальше. Вторая песня. Время пострелять, между нами пальба. А, это этот, как его? Сейчас. Не лето, время пострелять. Да. Любимка. О, блин. Сейчас, третья песня. Давай посложнее что-нибудь. Сложная, третья песня. Давай что-нибудь такое гадкое. Ягода малинка. Да это вообще легко. Хабиб, ягода малинка. Да, выиграли. Хорош. Первый строчек. Легко просто. По первой ноте. Давайте свои гадкие конфеты. Ну сколько? Я не буду. Вот, и за вкусом потный подмышки. Вот это как раз со вкусом вонючих носков. Я потная подмышка. Или козюлька бомжа. Ой, это... Я не потухла.
Слушай, можно водички? Ненавижу лакрицу. Пахнет не очень, но вкус очень интересный. А чем так везет? Мне кажется, им везет. Давай другие конфеты там, посмотри. А нет, блин, это перец чили. Сейчас наших мальчиков ждет самое жестокое наказание. Мы покажем им смешные видео. Это будут невероятно смешные видео. А тот, кто засмеется, получит наказание прямо на голову. Дань, ты первый. Че, я не смешно? Да в смысле? Ну, Родион! Ну что, мальчики, поняли, что глупый смех наказуем? Да. Дай пять. О, ну как? С вами был Зефир Крю. Спасибо за вашу активность. Напишите ваши загадки в комментариях, а мы попробуем угадать их. Впереди много нового и интересного. Ребята, а давайте в магазине чашку и молока купим. У меня язык жжет, я не могу почти, как дракон бегу. Ребят, пойдемте на кухню, там еще горчица. Очень смешно. Давайте. Горчица нет. Пока-пока.